мы потратили уже 16 минут. Why drive? Да я не знаю. Я еще и чему диспелю? Поднимайте людей заново. Дилайн, вставай. Герсим, лети. О, монах вырывается. Топ-10. Из алчата. Блин, если сравнить двух рок, почти фуловый, а разница в лям дамаге, баф и рейд все здесь. Дал крест. Блин, я не играл за рога, я бы сказал, что у него за таланты странные у этого Роллинса. Что он дамажит как протопал. Почти. Обычные. Дайте лапу. Я запускаю. По дамагу тащит Кеншин Ментор. Неужели прибыли наконец хваленные силы света? Мне. Да, мы бы сейчас были бы в жопе, если бы мы ретрика того не поменяли. На твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быстро. Ладно, попытка 3. Убил десятки тысяч душ. Уже лучше выносим чему. Или это просто повезло, что не на других игроков кидало, не знаю. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так, герои! Фаза пошла петь, фласки поты. Ловушка, смотрим. Милики, ловушка, перебежали, шарк еще вылазит, встали в квадрат, милики. 5 секунд чума. 2, 1. Опять на мне. Смотрим. Милики, ловушка, перебежали. Не, ну если на меня будет кидаться все время, то да, он. Ну быстро. Трэш сольется. Ловушка 5 секунд. Тут этот кастер выстоится как педики. РД, ловушка, там какой-то нехороший РД стоял, не спалил его ник. А ты просто не там метку кинул. Аплбокс, ловушка. А, я вообще не кидал метку, кстати. Случайно кинул. Милики, ловушка сейчас кину на Аплбокса. Вот. Станьте в звезду, не будьте уёбами. Так, ловушка 3 секунды. Смотрим. РДД ловушка, второй шарк еще. Чума 1 секунда, смотрим. О, опять на мне, видишь, как фартануло просто.
Ну, мы встали. Вот еще одна ловушка. Кидать тебе каплю. РДД ловушка проводит раньше. Кинул каплю, короче. 3% до переходки. Давай, еще види дальше на край. Види, 2% уже. Одна секунда до ловушки, смотрим. Встали в квадрат. Все на край. От ловушки отбежали. Чему не будет. Все на рейндж, шипик, давай гимн на ману. Шаманы тотемы и, блядь, то все опять то же самое. Проклятие косноязычия повесь, лог. СС на Поклонского. Аж опять я говорю, просто не надо дрочиться со сквернениями. 18-й год уже на дворе. Давай, третий раз протопал. Веди духа, параллельно лечу. Ой, параллельно рейд. Чтоб он, не дай бог, не дыхнул в рейд, и мы не попадали. И последний дух вышел. Так, кружок злоба станет, ромб сангвини, трусы веселочка. Добили духа. Веди в центр уже, господи. Параллельно рейду. Встали в звездочку. 6 секунд давали. Тотемы обновили. Вальки смотрим. Так, играем через кружок. Кружок был застанем уже, да, надеюсь. Центр все выше. Так ты станет кружок, ты. Осквернение, пакость. Давайте играем в ромб. Давайте рост. Трусы сыграли. Куда вы увели? Ё-моё, что вы делаете? Где ваш дамаг? Вы что, угораете? Поклонский, что ты увел лича? Минус один, пиздец, блин. Блять, вы охуевший с вас. Осквернение к трону. О, к порталу выносим осквернение. Весь остальной рейд к трону. Вышел со осквернением. Давай, сакру. Давайте, играем трусы ромб. Кружок. Да, надеюсь, злобот с нами. Да, да, я. Трусы добить. Все, играем лича. С центра все вышли, осквернение будет. Так, теперь после осквернения с центра вышли, в центр идем. Злобот, кружок, сангвини, ромб. Вот сюда в звездочку встали. Веселочка, трусы. Да, я криво поставил. Меня схватили в трусах. Я застану, если что. Играйте кружок. Кружок играем. Трусы играем теперь. Трусы сыграли, я застаню ромб. Осквернение Таргариен. Трусы добить. Трусы добить, пожалуйста. С нами? Нет, упал. Блять. Сука, одной секунды не хватило. Так, давайте. Звездочку встали. Вот сюда. Есть стан, протопал. Роллинс. Роллинс, стань, трусы. Играйте в кружок трусы. Сейчас есть стан уже. Застанешь. Давайте через трусы играем теперь. Трусы — это хил. Блять, двух топ ДД унесло, тяжело сливать. А, 6%, бля, минус 4. Так, Роллинс, ромбик станешь. Я кружок. Осквернение, все вышли с центра, потом вальки будут. Сейчас будет осквернение, смотрим. Бля, нихуя. Давайте в звездочку, наебал ДБМ нас.
А вот и осквернение. Играйте в кружок. Трусы и Рон. А, ну все, падайте, короче. Много мне было с ДБМ. Поклонский, что ты повел Лича в центр? Там двух валик не добили, пиздец. А эти тупые милики побежали за Личом. Там валька с Жиреном была незамедлена. Какая кружок? Не помню. Ну, первая волна, которая улетела. А, я просто кружок центра, заставил. С центра и до края она просто долетела вообще. Ну, не пытка, ничего там. Не грузы. Я просто кружок заставил. Не, смотри, первая волна валик, кружок злобот, ром сангвини, трусы, веселочка. Если бы у него был скачанный стан, то, блядь, облегчило бы всему. Потом следующая волна валь, вторая волна, кружок злобот, ромбик я стану, трусы Роллинс. Там стан был, его застанили в центре, потом он из стана вышел и просто на скорости улетел, не было заметно до самого края. Понял. Ладно, сейчас будем ждать неудачи. Вставайте, поднимайте людей. Поднимите людей, Шурупца и Герсима. Дайте рыбу. Чек на баф. Монах, пакость. Поклонский. Поклонский. Поклонский, ты тут? Дружище. Чанский, Поклонский. Поклонский тут, все, запускаю. Неужели прибыли наконец? Хваленный. Прикольно. Мне бросить ледяную скорбь и давайте делаем ставки. Убьем мы с этого трая или нет. Кто за то, чтобы убить этого трая? Поставьте плюсы. 3, 4.
6 плюсов. 3,5 мало для убийства. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю их, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. РДД ловушка, шаркающий вылазит. На 5 секунд. Али квадрат. Шипиком. Ловушка, смотрим. БДК ловушка в квадрат. Встали милики. Кто там и сушение бьет? Это не кажется ли ты сушение? Ловушка. Милики, ловушка в квадрат перебежали. Чума 4 секунды. Ждем, пока лич придет сам. Будет хил сам себя. Ловушка 3 секунды. Милики, ловушка в квадрат. Квадрат и ждем лича. Второй шарк еще вылазит. Смотри, прожимайся, стань. РДД ловушка. Скажешь, когда каплю кидать. Чума 3 секунды. Вириальди. Да, просто на тоненького заспелил. Протопал ловушка. Проводи трэш. Давай, проводи. Проводи лича тоже. Иди за квадратом. Квадрат, быстрее. Сюда. Заведи лича сюда. Быстрее сюда лича. Переводите быстрее. Все на край. 0%. Давайте все на край. Дал каплю. Прожми сакру. Прожми сакру. Уводи трэш. Я тебе и длань возложения дал, и длань дал. Ты сейчас еще упасть хочешь. Монах, давай гимн на ману, шаманы, тотемы, аплбокс, иннер ривны, Вириальди Певчанскому. Дубль номер 4. Что же будет на этот раз? Забыл про главного прононса, как уводить. Протопал, это БДК провалится в пропасть. Так было уже, протопал провалился с трэшем в пропасть. Шары, надо один шарик добить, бить моба. Ну можно и так. Дали в звездочку. Злоба от кружок, сангвини, ром, трусы, веселка, весельчак. Кружок играем. Через кружок играем. С центра все вышли. Все вышли, РДД, хилы. Кружок 300 тысяч. Красава. Трусы, давайте рост. Почему вы до конца не добиваете валик? Вы неадекваты какие-то. Кружок, стил, ромб. О, не, кружок, злобот, ромб, стил, трусы, Роллинс. Стали в звезду. На первых валиках будет осквернение. Все отходим к трону. Человек с осквернением к порталу. Давай, сакру. У нас хотели кружок. Танка не я понял. Просто. Станем кружок. Застанил ромб. Через ромб играем. Ромб.
трусы теперь. Так, все шесть целей живы, не пройдите осквернения. Сейчас будет на краю осквернения. С центра все съебитесь по-хорошему. С центра все вышли, бля. Аплбокс тоже там, ШП, шипик. Роллинс, осквернение. Где кош, блядь, твой? Сакру прожму, встали в звезду. Пиздец. Злобот, Сангвини, Весельчак, станьте, Валик. Через кружок играем. Ревни, молодец, минус хил. Спасибо Коллинсу за хуёвое осквернение. Пиздец, Роллин. Сука. Тупой Валин. Падайте. Просто мудр. Потому что схватила шамана в другую сторону, не успела бежать эту конченую лужу, БДК упал. А там хилит шаман 5-8. БРК есть ДД на лича на замену Роги? Тут друида 6.5, ни одного стака. Жизнь цвета по танку. Да это не важно здесь. Не знаю, за один хилит жизнь цвета, его сложно дать. Сейчас буду кикать от таких затупков. Кто с осквернением обсирает нам все. Уже третий раз. Второй, точнее. Кто топ-хил, за Ливин или Васап? Не, ну за Ливин за Эрду хорош. Только хорош, он его на 110% использует. Жизнь, ну, вся эта хуета висит на танке всегда. Там иногда во тьме, когда хилишь шаманом, типа он сам захиливает, ты стоишь такой, блядь, цепуху кастуешь по рейду и все. Тур-друг, расслабончик, три кнопочки тыкай. 6.5. Не, ну за ДД, конечно, за Ливин это лучший фаворит, вообще не брать. Бейте Вальку. Понятно. Падайте тогда. Или нет? А не, шаман, хиль ВДК, бейте Вальку. Есть шанс слить Вальку. А, нет уже. Падайте. Смотришь, кто-то бежит. Бля, все идеально на двух траях, но тут на два затупка находится. Будем 100 лет еще Вальку отбегать. У нас 40 минут осталось. Дальше я просто распускаю рейд. Это заклинание еще не готово.
Гумар, подбегай. Кличанский, где твоя волна исцеления? Где она? 200 тысяч за весь бой. Что это за дерьмо? Поэтому у нас там падает. Там вообще 100 тысяч. Хотя у второго шамана не лучше, да, согласен. Второго шамана 215. А зато у Эрдруп, смотри. А, у второго последний трай 69. Эрдруп топ-хил, короче, хилит танка, блядь, как боженька. А, Джерри на него что-то пиздит еще. Эрдру нахилил больше танка, чем Пивчанский. Понял, какой уровень это скилла? Я тебе про жизненный цвет говорил, когда шамана схватила, а не про то, сколько он нахилил. Не, ну если орехи не учитывать, то он и больше, чем Ривен нахилил танк. Да, я согласен про отсутствие скилла у шамана. Но на этом сервере, если человек может дать боб на кого-нибудь, это просто топ скилл, наверное. И вынести чему и сам себя с диспейли, там, это пиздец. Мега пролол 6Q, да? Угу. Пичанский, ты тот, Ривда? Я же вам говорил, что надо хилить волной исцеления. Почему вы не хилили? Загадка. Ох, блин, о, я запустил босса, а поклонский АФКшит, я не завтыкал. Плохо. Давай я спекнусь у медведя быстро, пока есть время. Не-не-не, веселочка, поддержи босса, если что. Он, походу, рисует там что-то. Символ чай. Блять, 20 секунд по-поклонский, приди. О, он пришел, хорош. Слава Богу. Слава Аллаху. Да будет так. Герои в атаку! Кстати, крестов вообще нет. Дал крест. На переходке уже бафнул там. Кого еще надо крест? Друидом. Крестом дал. Друидом дал. Смотрим ловушку. РДД ловушка, перебежали. Applebox, чума. Милики ловушка, квадрат. Мелики ловушка в квадрат. Чума 5 секунд. Войд. Ловушка 1 секунда. РДД ловушка, перебежали. Протопала ловушка. Двигаемся все вместе. Чума, чуму выносим, шедемор, чуму. Проводи дальше, трэш. РДД ловушка. Каплю дал. Меня захильте, ренил. Стила, я каплю дал на протопала. РДД ловушка, давайте все на край. А, нет, блин. На край, осторожно, ловушка. Милики, ловушка. Этот... Таргарин. На трэше чума, на трэше... А, нет, нету чума на трэше. Или есть? На
на мелком уедет. Звезду забери, звезда. Трэш на... чума на трэша, короче. Таргариен чума. С меня не диспелить. Не, вынес чуму по-топовски. Ну чё, дубль 2? Ой, дубль 5 уже. Дайте гимн на ману и шаману поставьте тотем. Да, кстати, мана, гимн на ману, шаманы тотемы. Шипик тоже гимн на ману. Ну, не знаю. Проклятие не забудь повесить на лича на второй фазе и СС кинуть наверняка. Шарик добить. Бля, не дай бог сейчас дух сольется, я вас убью тупо. Бля, встали вот звездочку. Злобот, кружок, ромбик, сангвини, трусы, весельчак. Играем через кружок. Трусы, ромб, с центра все вышли. О, это осквернение более-менее. Все осквернения, короче, лучше выносить возле трона. Вот там. Идеально просто. Встали опять в звездочку. Кружок, злобот. Ромбик, я, трусы, ромб. Давайте рост, да. Оскорнение налево, а все мы идем к трону. Прямо, короче. Или направо, только в ложе не забегите. Роллинс, кош прожми. Блять, ты сука. Ну ты уебан просто. Все, короче, давай, до свидания. О, не того кикнул, скорее всего. Сказал поржать кош, выбежать на спринтах. Нет, нереально. Ваня, что не кош? Ну, извините. Пиздец, блядь. Второй, сука. Жесть. У РК есть ДД какой-нибудь на лича? Сейчас будет ДД. Взять человека нам. Кого, психа? Да. Сейчас займет АДК с нашей гильдии. Будет, правда, три стана. Потом постанете, если нам. Давай я это там займу. Ну просто реально на таких людей нервов не хватает. Не знаю, еще ладно там другие моменты, ну... именно конкретно вторые вальки. У меня палец просто на ваниши стоит, я просто жду момента, чтобы на меня кинулось. Что-то самое опасное. Если не ваниш, можно спринты прожать. Ну да.
стоять уже возле, не в центре метки, а чуть-чуть слева вынести нормально. Он тупо стоит перед Валькин, именно перед Валькин и заливает это все. Ну это жесть. Так, по станам. Сейчас кружок. Злобот, Ромикс, Мвини. Ну, блин, если бы был вкачан стан у протопала, не нужен был бы шестой стан. Так трусы будут не застанены. Давайте шкаф. Понимаете, в чем у нас проблема? У нас люди лужи плохо разливают. Мы не можем убить лича из-за этого. У нас ДПС нормальный. Блин, я прослакала, спасибо. А у кого-то есть код? В реальности у тебя спеккота нету сейчас? Тыкайте на саму. Можешь зайти на кота, поставить трусы в трою волну. Плюс баф для фуриков, плюс БР. И все равно 2 АДК со вкачанной лужи есть. Богдан, а ты на кота не можешь зайти? Никогда. Не КД, я самый первый рейд ходил в пятницу. Ладно, давайте так, пока мне пушите рыбу, там ставьте рыбу. Мне еще кажется, что он не станет трусы. Вот у меня такое подозрение есть. У вас он так с кошем тупит. С Ваниша. Ну, с Ваниша. Че я кош, не знаю, не понимаю. Кош это плащ теней, да? Да. Ну да, это не то. Сейчас раздам кресты и начнем. Делаем ставки, кто ступит в следующий служи. Так, чек на пул. Альпич, Клонский, ты дорисовал? Пошли, все запуск. Не хочу каркать, но никто почему-то не улетал на ловушках. Наверное, самое время уже. Бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Форд. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои! Бой сейчас начнется, приготовились. Я оставлю тебя, чтобы ты не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего. Так, ловушка, смотрим. Шарк еще вы. РДД ловушка перебежали. Чума выносим. На секунду, чума. Таргарин. Миленькие ловушка в квадрат встали. Опять ловушка, смотрим. ЛД ловушка. Чуму будем выносить 5 секунд. Одна, ноль, смотрим. Чума, шурупец, чарж. Куда ты понес? Жесть. РДД ловушка, перебежали. Сейчас будет шаркающий.
Хоть бы на меликах была ловушка. Да-да-да, ловушка мелики в квадрат. Чума 2 секунды. В квадрат стали мелики. Лилия, это уже более-менее. Ловушка 3 секунды. РД ловушка, кидаю каплю, весельчак. Введи миликов в РДД зону. Хотя ладно, каплю пока не кидаю. Ловушка 3, 3, 2, 1. Встали в квадрат все милики. РДД ловушка в квадрат, отошли. Чума 1 секунда, Бериальди, чума. Applebox, чума. Там на мелком, на мелком. Забирай мелких. Хотел, чтобы на меня перекинулась чума просто. Монах, шипик, давайте гим на ману. Шаман это ТМ ставим. Блин, опять то же самое. Дубль 5, да? Там СС на Поклонского, не забывай про проклятие, огромные духи, огромные. Парики бьем. Так. Кружок злобот, ромб сангвиния, трусы весельчак. Дух в рейде. Вот ты сейчас стаунтил его, и ты стаунтил. Я не его. Ну не знаю, он повернулся на рейд, и я видел в таргете тебя. Встали в звезду в одну точку. В звезду, вы далеко стоите от звезды. В звезду встали. Эрдруо там. Только хант еще может стоять недалеко. Так, я застаню ромб. С центра все вышли. Сквернение, лилия. Ромб сыграли. Кружок добить, рост дали. Опять звездочку встали. Как на первых валик. Так, злобот, кружок. Звезду поведи в центр лича, пожалуйста. Кружок, злобот, ромбик, сангвини, трусов нет. Сместись немного позади уже. Звездочку встали. Ключанский, выноси, умоляю, сакру прожгни. Сука, блядь! Ну это пиздец, ребята, такие инвалиды, сука, пиздец, на одном и том же, сука, он все время по КД, блядь. Два, блядь, тех самых людей, сука. Блядь. 1000 ГП прилетает. Я бы тебя давно кикнул, но нету хила. Это тупо неуважение уже какое-то. Он сказал разбежаться, ты не выбегаешь. Ты тупой? Ильчанский. Нету слов просто. Давай на шпал зайду. Там, ну, блядь, тащить этих вагонов уже не... Блин, китайцы ж вечно на этих людей. Тупо, вот, посчитайте, 6 траев, 6 траев и 4 трая из-за осквернения, 2 на этом шамане и 2 на этом роге. Сука. Вы не, блядь, ничего не будете ролить с лича уже. Yes. Чичанский, вставай, следующее осквернение, я тебя кикаю из гильдии. Слышал? Напиши, да, нет, что слышал это. Все, короче, ластрай как раз в 18 минут.
тупо 4 вайпа из-за вот... Почему ты не выбежал влево или вправо, а пошел прямо под вальками? Скажи мне, напиши ответ сюда в рейчат. Ты не отличаешь лево от право? Тут я вспомнил тролля из Ведьмака. Вот это ихняя... Поставьте рыбу. Почему ты говоришь, что бежишь влево, а на самом деле бежишь назад? У тебя проблемы с ориентацией. Без комментариев, короче. Пакости тут. Давайте раздам кресты. Этот шаман хочет кнуты, наверное. Это было сейчас как оскорбление? Да. Чего? Круто. Все, кого я кикаю, почему-то идут к нему потом. Других больше гильдий нет просто. Чек на пул. Вид побар, дайте. Давай теперь стебаф, ментор готов. Нам крест. Не, это был намек не на оскорбление, а на то, что я его кикну с гильдии. Звучало типа как последняя инстанция. Тебе быструю смерть. Ну блин, не знаю как у вас, но у меня от этого, ну... Замучил и погубил десятки... Леон куда уходил? Вот от таких затупов у меня удар речи попадает по 4 раза подряд. Кинь мне. Сейчас будет какой-то затуп типа элементарнейший, я уверен. Послужит доказательством. Время на ловушке лететь. На ловушке, да, но, блин, тут реально надо, чтобы Нед вылетел или быть таким тупым. Мне надо провалиться просто в пропасть. Как сегодня у самогона, короче, на лече в 10 пермак в ловушку, блин, там есть. Милики в квадрат. Бушка. Каркаря забери. Когда проходить тоже. Чума на секунду, дедлайн. Чума никуда ушла. Поздно выносишь. РДД ловушка. Юзай либо отрыв, либо выноси нормально. Рано здесь спалили там. Вот. Далеко стоял, я считал. 2.5 секунды. Так, ловушка, РДД перебежали, чума, 3 секунды, милики в квадрат встали. Квадрат встали, будет хил выноси. Так, ловушка, 1 секунда. РДД перебежали. Так, ловушка, 5 секунд. Милики в квадрат, ловушка. Чему будем выносить 2 секунды? Вот, выносить сам себя. Помолимся, чтобы на меня осквернение кидалось по КД. Хотя не надо, у меня метка. РД ловушка.
Проводи трэш на край. Как так? Пиздец. Попалбокс, подними меня быстрее. Веди на край лича. Захильте. Чуму выносим сейчас. Веди на край лича. Милики ловушка. Встали в квадрат. Забафали меня. Сангвинич, чума. Там себя. Все на край. Прожми сакру. Дал тебе каплю. Бафы по паладину. Все набрали. Как меня убило? Вериальди, подымай ментора. Ментор, вставай. Забафали мага, забафали пала. Крестобаф, лапу, интеллект. С хорошее начало. Минус 2 на первой фазе. СС на БДК. МК обновите по ментору. Каску дайте, помогу. Я крест давал. Так, последний дух. Куда ты? Шарик добейте. Да, надо было улетать на шаре и завершать этот рейд просто. Добейте сначала духа, встали в звезду в одну точку. Злобот, кружок, сангвини, ромб, трусы, весельчак. Выходим все с центра и бьем самую близкую вальку. Ривны, хиль, волной исцеления от БДК, слышишь? Волной исцеления. С центра все вышли. Осквернение скоро. Добили остальных валик. Трусы добить, рост дать. Даем рост. В центре веди. Опять стоим в звездочку. Блять, так все незаметно. Злоба, кружок, ромб, стил. Осквернение к порталу. Остальной ред выбегает к трону. Вышли, вышли с центра. Первый лог. Манал, выноси. Давай сакру. Играем в ром. Тоже хуёво, конечно, блядь. Но повезло сейчас просто. В ром сыграли все. Тупо фартануло. Боженька не хочет, чтобы мы убили лича. Инры, залейте ривны. Монак, спой гимн на ману. Альпич, гимн на ману. Оскорение 3 секунды. Куда нам вести лича, скажите мне? К этому. Глыбе. Да, глыбе, давай глыбе. Звездочку встали все, все к звезде. На другую сторону. Но уже поздно, давайте. По ситуации бьем. Звезду встали быстрее. Так, кружок, в кружок играйте, в кружок играйте. Все в кружок, я в кружке. Пока, протопал. Мог бы встать в звездочку, было время. Осквернение, с центра все вышли, 3 секунды. Злобот, кружок, все в центр. Злобот, кружок, ромб, я, трусы, сангвини, понял? Кружок встали. Сейчас будем молиться Аллаху, чтобы было все хорошо со осквернением и с духами. Этих валик надо слить. Мы не успеем перевести. Так, сыграли валик. О, там Джерри, кружок. Кружок. Со осквернением, перед осквернением не стоять. Сейчас все, давайте, заиграйте в трусы. Ты где, в трусах? Ну, блядь, замедлите хоть что-то. 8 шп. Играйте в лича уже. Минус ДЦ еще. Пиздец. На край все встали, переходка сейчас будет. Все на край. Void Heal, поешь гимн от Heal. Так, бьемся только кружок. Напуливаем на БДК. Остальных духов не срывать. Минус 5. Если бы не ДЦ, я бы сказал, что шансы велики на убийство. Да нормально.
Блядь, тут два шамана, которые не умеют хилить. Там звездопад находит. Духа забери, ради Господа Бога нашего Всевышнего. Отлично. Бейте, дебили, кружок. Агро, стопайте. Помогайте сбивать косты. Я диспелю сало с БДК. Второго духа забирай. Играйте только в кружок. Шаман, хильте волна исцеления. Не будет волны исцеления по БДК, я вас выебу и высушу. Давайте следующий кружок. Только в кружок играем. Трусы забери. Кто это упал с платформы? Вы видели? Да не, на дух упал. Он в текстах. Пиздец, это шаман упал. Я хуею с Певчанского просто. Он упал сейчас. Это просто я охуевший. Стали звезды. Да он долбоёб какой-то, ебать. Да все, падай, в пизду это. Да не, ты чё? Не-не-не-не-не, живем нахуй. Какое нахуй, тут Ривне и Эрдру полрейда лежит минус 5. Нормально, нормально, я в одного шамана, ебать, всю комнату эти хилил, друид затащит сейчас все, ебать. Давай, ты помогайте, который живы. Только Ривне ни хрена не хилит, почему ты это заметил? Потому что он сдох. Только что сейчас сдох. Так, кикать с гильдии Певчанского или нет? Как вы считаете? Да, да, да. Ну это... Иди. Это риторический вопрос. Я... У меня нету слов просто. До свидания. Давай. Мы еще в норме, Брана. Его в герах вагоне. Ну, блин, это жесть. Давай, пока. Это жесть, тупо. Я тупо, вот, смотрите, 5-6 вайпов, тупо 3 вайпа из-за шамана этого с одним ШП и 2 вайпа из-за роги, это жесть, тупо восквернение. Удачи, Певчанский, в другой гильдии тебе. Это кто-то снимал на видео? Вот, ты снимал это на видео? Я повесил звездочку на духа, и звездочка тупо пропадает. Может, он тролль. А он упал с платформы? Да. Да. Но у нас есть еще один трай. Пизду. Да не, давайте, сейчас тут в гильдии есть онлайн нормальных людей. А вы трайте, я пойду сделаю ADR, что-то мне это не нравится. Что ты говоришь? Я пойду сделаю ADR. Ну, запомните Ники Роллинс, Певчанский, может тебе в ЧС добавить, никуда не брать, потому что это пиздец. Я тебе говорил, нахпал, да, забыл зайти. Сейчас, может, ответит. Заходи на Улипала. Так, я взял Эрпала, сейчас будет Хулипал, и мы нормальный Хулипал. И мы спокойно захилим это все. Это жесть. Шипик, ты дашь еще один трай или нет? Это все равно последний трай после этого революционного. Не, тут надо престов больше, хотя... Что-то они не замедляли валик. Красав. Так. Давайте, шкаф, пожалуйста. Кому-то надо вообще вещи с лича? Почему с лича еще никто не ливает? Странно как-то. Все за конем. Мне как вообще с лича ничего не нужно. Что-что? Я могу место уступить, если кому-то нужно на лича зайти.
Да нет, тут никому не надо, это я так просто спросил. Обычно все ливаются в чата. Набор в гильдию Dark Stars. Нужные люди. Что там написано в макросе? Набор. Нужны люди для рейдов. ЦВК, РСВК, 5 и 8. Такие, как Певчанский, не пишите, пожалуйста. Блин, я ему еще сегодня перед рейдом сказал, что тебе рано ЦВК 25 гер. Если ты будешь слакать, я тебя кикну с гильдии. Он сказал, окей, бери меня. Блок, поставь шкаф. Дизонер, ты зашел в РК? Блять, ребята, я только что, короче, камень создал, у меня последний этот был, бать, шар прогибущий. Ну все, это как раз последний трай. В смысле, у меня их вообще не осталось. А, тебе сейчас вообще нету? Нормально. Сейчас я перелечу быстро. Там хан в степях. Ну, знаешь, понятно. Значит, кикайся с группы и иди фарми у цитадели ледяной короны камни. Подожди, а Делайн, у тебя есть камень или нет? А он уже в Долоране сейчас будет прийти. Да все, он сейчас в Долоране, дизайнер тоже подойдет, а я еще тоже. Так, по станам. Так, по станам. Дизайнер, ты зашел в РК, я уже забыл, зашел или нет. Так, кружок злобот. Нромбик сангвини. Трусы, веселочка. Вторая волна валь. Айоши кружок. Нет. Это злобот, кружок, айоши ромб, я трусы. Все. Дизонер. Отлично. Лети, пока венса сумона нет уже. Оцените наш рейд от 1 балла до 10. Поставьте цифру в рейд-чат. Там доля был, что... 0 это после профа, а 10 это до профа, да? Честно говоря, я думал, на профе расход будет. 285 кдпс был. Там, как всегда, повезло. Гимн прочитал на хп. Герсим, дружище. Ты тут? Отлично. 7 секунд, ласка надо, да? А, у меня есть. Я кресты раздам тогда. Да, раздавай. Я тебе давал 1000 голды, Джерин. И ты просишь фласку еще. У меня есть 1000 голды, но... Не закупаюсь перед рейдом ничем. Зачем ты просил деньги? Дай мне тоже банк. Купиться, но я не успел. Так, тоже банк. Мы с вами Ги создали же команду клан, класс. Никто не хочет солчата в гильдию. Будем вместе вайпаться, ЕП получать, ГП. Веселочка, раздавай каски. Вериали, сколько кнуты сейчас убивает СВК, там РС? Это секретная информация. Придется заходить на Твина и спрашивать в гичате. Зонер умирает в цитадели ледяной кроны. Да блин, сервер катится ко дну, уже онлайн 2000 максимум пик. Сегодня вообще еле пускала на сервак. Сейчас пишет 2356. Чтобы вы понимали, можно легко чекнуть онлайн.
А не, паладинов 50 штук. Кстати, а как я... По-классски, как я умер? Просто... Что, перетаунтил? Я таунт не нажимал. Это понятно, что меня он бил, но почему? Это жесть какая-то. Так, шкаф поставим. У него нет шарда. Не, ну я проорал с шамана этого. Ну по минус 5 уже перевели хоть как-то. Впервые, и тут он падает с футфоров. Я давно такого не видел. Но мы бы вытащили комнату. Ну, да нет, не вытащили там. Аршам и Эрдру. Какой-то затупок хлопнет бомбу, все, это вайп. Один... Да там все кресты были живы, почему они кольцо не спамили? Потому что они не знают, что такое кольцо света. Они не используют свой класс на 110%. Используют только пытку, палец и чуму, все. Профит нам давать иссушение в комнате. Думаю, что лучше отхиливает рейд. С самого начала. Все, погнали. Дайте лапу. Ладно, я за всех стоп не говорю, я привык, что такие люди обычно тыкают 4 кнопочки и все. Ты дизонеру назначал станку? Не, ему не надо. Дизонер, ты по команде будешь стан кидать. У вас же вроде трусы вторая волна. Так, трусы я застану. Первая волна злобот Гвини Весельчак, вторая волна злобот Айоши Стил. Если что, дизайнер станешь по команде. Ну что, кто за то, чтобы убить лича с этого трая? Плюс один чел. Как метку в АТД занял? 4 плюса мало для убийства. А как угадать, на ком искорнение на вторых вальках? Посмотреть таргет лича. Мы же хотим все по-красивенькому сделать, а не как дичи на вторых вальках. Встали все на рейндж и ждем, пока унесут всех. РДД, ловушка шаркающая. Чума 2 секунды. Ривны, выноси чуму. Ты хоть... Сам себя диспелит, у меня не всегда прожимается диспел. РДД ловушка, перебежали. Что там? Там сам деле учить я посрались. Шаман, ты больше так не делай, пожалуйста. Милики, ловушка в квадрат, в череп. Череп, сейчас чему будем выносить? Забили на лича. Вы не ДПС отдрочили. Шедеморт выноси. Фантастический вынос от Shadow Mord, но он сместился чуть правее от вратопала, чтобы не кинулось чума на него. РДД ловушка. Просто вынос 10 из 10. Второй шаркающий влазит, ловушка 2 секунды. РДД ловушка, чума 3 секунды. Шакая забери, мелики встали в квадрат. Ментор выноси. Диспелю. Ловушка 2 секунды. Ого, уже с 5% переходки. РД ловушка. Милики в квадрат. Квадрат, все встали, забили на лича. Надо перейти нормально. Ну все. ДПС не важен сейчас. Ловушка 2 секунды и все на край. Чума 3 секунды. РД ловушка, все, милики на край. Все, домор выноси. Каплю дал и возложение рук тебе. Через 10 секунд Сангвини даешь каплю на весельчака. Уже не надо. Рейндж набрали все. Шипик, монах, гимна, мону, тотему поставили.
Инеры Ривны. И снова мы перевели первую фазу без смертей. Как ни странно. Так, мне уже самому интересно, кто затупит на этот раз. Давайте быстрее убивайте духов. Последний дух. Пожалуйста, не проеби с дыханием. Добили духа. Шарик. Так, встали в звездочку. Звезду встали. Плевать, делить становится все звезду. Если он повернул криво, ничего страшного. Побьете так, 3 секунды. Кружок. Злоба, от сангвини, ромб, усы, весельчак. Ого, всех престол схватило. В кружок играем. Иди, лича. Осквернение, 3 секунды. Выйти с осквернением, хант, осквернение. Ух ты, присты. Топовые просто. Давайте рост. Ромб добить. Отлично, опять становимся там же, в ту же точку. И встали на первых валик. Звезду встали. Так, кружок злобот, ромб, айоши, я трусы. На первых валиках разбегаемся влево-право. Вышли. Осквернение, ривны. О, господи, нет! Сакру дай. Господи, что ты наделал? Ты хороший человек. Играйте в трусы. Все в трусы. Играем. Застанил трусы. Застанил. 5 секунд есть, чтобы слить вальку. Отлично. Кружок. 200 тысяч кружок. О, господи, все живы. Что же делать? Ждем осквернения 5 секунд. Потом идем в центр. Осквернение 2 секунды. В центр не идти. Ментор, осквернение. Нет! Да, ты вы... Ах, давайте в звездочку. Злоба, сангвини, весельчак. Звезду встали. Да не веди уже дальше, ё-моё. Ну пиздец, блядь. Кружок играйте, это шаман. Ёбана в рот, блядь. Куда ты туда его повел, пиздец? Ромб сыграли. Хильд тебе с шамана. Лили, вынеси осквернение. Блядь, просили что ли вести туда лича? Шаман тоже пиздец какой. Так, кружок злобот, ромбик, айоши, трусы, я встали в звезду. Не веди туда лича. Зачем ты туда ведешь лича сейчас? Станем вальки. Раздали станы. С осквернения выйти всем. Злобот, осквернение. О нет. Давайте. Застанил трусы, играем кружок трусы, потом ромб. Ромбик застанет. Давайте в ромб. Попробуем ромб. 200 тысяч ромб. Великий. Отлично, ромб спасен. Супер. Минус один. Не веди в центр. Не вести в центр. Фу. Кыш. Кыш центра. Осквернение. 2%. Все на край идем. Вальки 3 секунды. Осквернение на танке. Два сакру. Добить лича. Все на край. Прожми сакру, прожмите мастер аур. Кость, Альпич, давай, ничего не давая. Слава Иисусу во веки веков, аминь. Не играйте в кружок. Аж гимн на ману? Да, давайте гимн на ману. Кто там гимн на ману дает? Альпич и Войтхилл, верно? Теперь осталось только не переагрить духов, пока личным. И все, и в комнате не умирать. Больше ничего от вас не требуется. Играйте в следующий кружок. Демолог, ты СС кидал на Поклонского, верно? Да. Верно. Молодец.
Играйте в кружок, пока персты со сферками следим. Давайте следующего духа. Да, будет два духа. Вот этот и следующий. Мы добиваем кружок. Следующего духа не трогаем. Это будет ромб. Все вышли, добили шарики. Вириальди, ты оставляешь звездопад на комнату, присты с пула и сушения в комнате. Шаман, первая чешка от тебя. Нету шамана. Нет, шаман. А, нету, тогда я... Давайте, да, ничего. Так, у кого там Shadow Resist? У меня Shadow Resist. У меня КД. Подхилю тоже, ребят. Давайте звездочку становимся. Буду тоже хилить рейд. Куча крестов должны... Убежали. Кресты, давайте, срывайте духов все. 6 престов, вы должны просто на изи все проносить. Смотрите, сейчас выйдем с комнаты, будет осквернение, духи пойдут на рейд. Протопал, забираешь на себя духов, танчишь в одной точке с личом, ты понял? Ведешь духа в одну точку с личом. Смотрим, где духи. Стой, веди к личу духа, веди к личу духа. Все в духа сыграли. Так, Поклонский, сейчас уводишь лича на другой край, милики идут бить лича, РДД добивать духа. Ты прожимаешь срезку под духов. Все, добили духа, все идем бить лича. Поставьте... А, тотемов нет, ладно. Да и роста нет. Так, все стали за спину лича. Духи спустились, подбежали все от духов. Осквернение, 2 секунды, выносим осквернение к трону. Монах, что ты наделал? Подымай... Вериальди, подними стила. Поднимите стила быстрее. Все, поднял. Никогда так не выносите осквернение. Это по-уебански просто. БДК, Explosion, подымешь Поклонского. Все, заебись. Тогда отхилься там. Бей лича ударом смерти. Бафы по мне, лапу, каску. Даю мастер аур. Айоши, ставь Shadow Resist. Будешь прижимать мастер аур. Забежали в за угол. Убежали. 5 секунд до выхода. Мы выйдем, будет осквернение, духи пойдут на нас, ищем звезду, идем к порталу. Все к порталу, видите, где звездочка к порталу? Забили все на все, идите к порталу, духи спустились, протопал взрывай, дайте бафы по Поклонскому. Хильте БДК и протопала. Так, идем к трону. В центре сейчас будет осквернение. 5 секунд. Дистанцию набрали, выносим влево-вправо, только не подумал. Моровинт, осквернение. У кого гимноману, спойте быстрее. У кого остался гимноману, пойте быстрее, пока духи не спустились. Ставь, да, тотема нету. Сейчас будет комната. Ну, хильте, хильте весельчака. У нас один хулипал, все. Больше никого нет. Так, это, скорее всего, последняя комнатка, если вы не сдохнете. Давайте в звездочку. Прожимаем мастер аур. Я хилю магов. Вы хильте других людей. Убежали далеко. Рейд на фул, можно побежать сюда. Давайте ждем здесь, захиливаем рейд. Убежали дальше. За угол встали. Далеко бежим, сакру прожми. Молодец, рожал. Сейчас будет выход, духи пойдут на нас, мы идем к трону за звездочкой. А не, я вас наебал, к порталу идем. Отбежали от лужи, все к порталу, к звезде. Бросили все и бежите к порталу.
протопала хилем. Ривна, вставай, давай рост. Рессайся там. Я уже вылетел. Смотри, он встал и дал рост. Блин, а мне не дался рост. Так, а пакость выноси, осквернение. А, ты далеко. Отведи чуть дальше лича. Все, сейчас он умрет уже. Давай. Поменяли, короче, долбоебов и сразу убили нормально, да? Да, я остался. Смотрите, есть один лайфхак. Если убить лича до ивента, лута не будет. Но нужно хотя бы 5 человек. Жесть. Вот смотрите, мы потратили... Сколько было траев? 3, 4, 5, 8. 8 было траев, из них... сколько, подожди. 4 тра... Ну, Ривны в этом трае тоже отличился. Да, смотри, подожди. Два раза этот Рога залил, был кикнут, потом два раза Певчанский залил, и потом упал с платформы на третьем трае. Это уже 5 траев. Протопал, повернул в рейд духа, рейд умер. Это 6-й трай. И был еще один нормальный такой, полутрай, 7-й, где мы просто Джерин отпустили на вальках, и мало было ДД. И вот этот трай победный. То есть, выходит, мы просто сейчас тупо вайпались целых 1.5 часа из фактически 2.5 человек. Фух. Да, Ривны, короче, тоже. Говорю, стоят везде, тут идет куда-то, уебал к личу. Поклонский тоже лича куда-то ведет. Нет, осквернение, конечно, бы не стопало. С осквернение, конечно, вот этот монах тоже. И кто там на этом... Ривны. Ривны был на вторых вальках. Я не знаю, как мы этих валик разбили. Да так, уже потому, да. Что все привыкли разбегаться. Не-не, на прошлом трае монах тоже разлил, когда Певчанский. Тупо на каждом трае вот такая поебота с вами была. Знаешь почему? Ну, там в тот момент никто по луже не прыгал, кстати. Там она была... Потому что все разбежались в разные стороны, и он чисто сам бы не бежал под валик. И мы разбили валик, кстати, нормально. Да. Оббежали лужу, и с другой стороны уже у края разбились. Просто жизнь. Так, кто-то пойдет в гильдию или нет? Будем поднимать с колен сервер. Explosions. Пакость. Смотри, что рип. Это лево, право, это от трона. Тролль, что ли, какой-то, блин, опять? Ну вот если смотришь на трон, да? Слева это вот здесь вот. Какая разница, если я говорю осквернение выносить к порталу, я говорю, это типа налево уже, а весь остальной рейд к трону. Считай, что направо или вперед. Здесь все, другого не может быть. Какая разница, лево, право. Вериальди, ты пойдешь в гильдию или не? Смешно. Ты все равно рейдов мало в кунтах. Блять. Там прилив, а я. Бля, вот надо было вара найти. Твинк в кнутах, мы тебя же замом сразу сделаем. Чего еще раз? Говорю, какой у тебя там твинк в кнутах, мы тебя замом... Не надо мне зама в этом виде. Наёбка. Да там кого, блин, тогда всех подряд берут и... Как и сюда раньше брали. Так, осколок на тебе. Веселочка. Защитник. Чанскому не надо, да? Остался только Ривны.
Вот если бы я еще Изабеллу оставил в рейд, я бы его, наверное, тоже кикнул. Горячие руки. Валенраж.